Видите? Они подарочные. Все на офсетной бумаге, все сшиты. Вот эти вот 4 книги библиотеки Путина. Подарены Лукашенко. Мы проехали сколько по Европе. Вот это Новый Завет, впервые за 2000 лет полное толкование. И здесь же 240 раскрашенных нами лучших иллюстраций Гюстава Доре. Вот она где. Представьте, какая красота. Я не раскрашенная, вот. Видела только. Да, они не раскрашены были. Вот эта книга, она как бы ключ к остальным книгам. Начинается «Два священника», пишут о моей биографии. Угу. Ну, вас. Моя биография очень необычная. Я был политзаключенным несколько раз, и Господь меня обратил. И сейчас я покажу здесь. Это вот я иду арестованный. Видите, летят цветы. И все это описано здесь. Как в этих условиях выжить? Это не рассказы, это жизнь. Я много в разных университетах вел занятий. А вот это вот мои беседы с Александром Менем, священник убитый. Их нигде в мире нет, почему его нету, не существует. Это 20-й том. Книги о чем? Коротко, я начал в детском лагере. Так это все одинаковые? Это все разные. Не смотрю, цвет разный, а все разные, они разные. А, части. Понятно, вот видите, это многократно. 13-й том, 29-й, 30 томов. Вот эта книга подвергается самой большой атаке от журналистов. Это 300 поэтов России, что сказали за 300 лет по определенной тематике. Ее на руки не давать, только здесь. Тираж маленький. Нет, у нас более, такие вещи мы не выдаем на дом. На каждый вопрос, который студенты задают, я отвечаю 6 стихотворениями из 300 поэтов за 300 лет. И после каждого поэта место священного писания, что об этом говорит. Вот. Вы хозяева теперь. Вот. Это 12-й том. Все они сшитые, нету таких, чтобы рассыпались. До 12-го мягком, далее идут твердым. И вот наш сайт. Здесь 50 томов мы насчитаны. Жизнь во Христе. Как обратить свою жизнь полностью всю Христу? Как изменить эту жизнь через рождение свыше? Как быть водимым Духом Божьим, чтобы жить не для себя, эгоистично подгребать? Вот у нас что делает? Это старший воспитатель, вот он сколько там лет, 15 лагерь, это бесплатно делает. В государственной школе получает, а это все остальное бесплатно. И тогда Господь показывает нам этот результат. Это вы мне все вот это отдаете? Это вам оставляем. Как визитки можно, да? Да, как визитки кому-то, да. Когда на сайт зайдете и ткнуть в него, если там, там будет вверху написано «Православная форма Игнатия Лапкина». В него, если тут, 1400 тем открывается. А у нас там снято 970 роликов. Фильмов. Так, все найдете. Ну, остальное тут уже по ходу можно будет увидеть. Спрашивает, как можно издать? Никак. Вот это вот, вот стоит сегодня 775 евро. Все вместе это 750 евро. Это на эту сумму мы дарим в каждую библиотеку. Уже 360 библиотек примерно прошли. Вот. А да, здесь вот показано, кто является спонсором. А, спонсор. Так, это какой? Нет, это 24-й том, минуточку. Вот он где. Смотрите. Библиотекари сразу ценят, как книги изданы. Ну, конечно. Видите, президенты компании, Сбербанк России участвовали. Да, вот. Эти книги имеют возрождающее свойство, приводят людей ко Христу, и человек меняет жизнь. Вот мы с нуля строим деревню православную, где не пить, не курить, не ругаться, не воровать. И человек говорит, в настоящее время ничего нельзя делать, все это распузырили. Тем более ваш земляк Горбачев здесь где-то недалеко родился. Мы проезжали. Вот. Вот ругают, почем зря, а это зря, это нельзя делать. Мы за него молимся, чтобы Бог обратил его в спасение. Он многое пережил. Ему выпала такая роль. Надо смотреть шире. А не так, вот он такой, плохой. Нет, не так. Это он наказался на тот момент, что назначено было, и то выполнено. Но выполнено через него. Понятно. Так, а ругать для этого таланта никакого не надо. Да. Он по-своему талантлив, но талант бывает и во зло у человека. И поэтому ты поскорби, поплачь. Вот сейчас вышли песнопения для Раисы, он сам поет. Запаленные пачки писем где-то. Да? Да. Он сам поет, стоит, поет. И вот время кадры идут, как он идет с Раисой Максимовым, за руку держит. Там просто это человек. И мы молимся, чтобы Бог обратил его душу, дал покаяние, потому что вот это временное, это одно мгновение. Царь ты, хоть кто будет, ты умрешь. А с Богом ты знаешь, существует вечность, чай воскресения мертвых и жизни будущего века. В церкви как поется. Аминь. Эти книги, они переживут
и нас, и вас. Они намного вперед опережают события. Они никому не угождают. Не авторство, это вот только ваши книги, да? Авторство ваше, да? Сколько же у вас времени на это ушло? Это Господь дал мне, это 50 лет у меня ушло на это. Вот такой создан был труд. Отдельно, допустим, старообрядцы. Это вот что 180 лет было сказано самое доброе. Как обратиться? Если здесь посмотреть, вот этот том, их три тома об этом. Вот. Как обращаться нужно вам с евреями? 3600 лет разбирается Талмуд. 3600 писатели, поэты сказали, как самое доброе у этого народа взять. Как нам помочь друг другу? Как оказаться полезными друг для друга? Эти книги на высочайшем пределе самоотдачи и любви написаны. Храни вас Господь. Благодарим вас, конечно, за ваши дары. Для нас это очень необычно.